остеопороз – это системное дегенеративное заболевание, чаще всего обменного характера и гормонально зависимое заболевание. Значит, остеопороз чаще всего поражает людей возрастной группы 60 и выше. Но может начинаться и в более раннем возрасте. Это возникает в основном у пациентов, которые страдают... Во-первых, хочу сказать, что это чаще всего возникает у женщин в постменопаузе, когда начинается гормональная перестройка организма женского, и потеря эстрогенов ведет к тому, что организм усиленно начинает терять кальций. Вот. Но также остеопороз может развиваться и у других пациентов с эндокринными заболеваниями. Это при сахарном диабете, при заболевании щитовидной железы. Он бывает и возрастной, так называемый, просто связанный с тем, что достигнув определенного возраста, пациентам нарушаются обменные процессы, и организм не усваивает кальций, витамин D3, и тем самым это ведет к снижению плотности костной ткани. Остеопороз бывает как первичный, вот о котором я сказал, так и вторичный, который возникает на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний. Это заболевания желудочно-кишечного тракта, кстати, которых нарушается всасывание кальция и витамина D3. Это сахарный диабет, который выявляется в раннем возрасте и тоже приводит к нарушению обменных процессов. И дальше идет потеря костной тканью кальция. И в остеопорозе надо рассматривать несколько, скажем так, форм. Это остеопения, это когда идет незначительное снижение плотности костной ткани. Практически не проявляется еще клинически, пациенты ни на что не жалуются. И так называемый уже истинный остеопороз, который сопровождается болями в костях, болями в суставах, уменьшением роста пациента, развитием деформирующего артроза крупных суставов как результат потери кальция в зонах, прилегающих непосредственно к суставному хрящу.